что у меня есть. Ой, мой хороший. Такую жару. Ой. Видишь, как приходится одной камерой руку держать, а другой рукой камеру, блин. Давай, киска. Хоть он со шейником, сосед его выкинул, блядь. А, видишь, какой. Хороший котик, да? Такой у меня. Кушай, мой хороший. И водичка здесь, водичка. Знаешь, как на улице? 40 градусов-то. Я бы тебе не... Никакого хромого. Кушай, котик. Вот, мой хороший. Куда ж тебя это забросило, нелегко? Я-то думаю... Ой, смотри. Да, он такой симпатяшка. Новый корм появился для кисок. Я думаю, что скоро тоже заведу кошечку. Давай, мой хороший котик, черненький ты. С ошейничком. Ну, вот такой хозяин он. И зачем он такой грубо нацепил? Хоть бы подрезал бы или еще что. Выкинул, блин. Целыми днями вот. Непонятно, где болтается. Худенький такой. Хозяин уходит, блин. Хер знает, на сколько дней. Окошко бросает. Так, судя по всему, он ее вообще не кормит ни хера. Давай, котик. Ну да, здесь очень редко котов-то встретишь. Мой малыш, попей водички. А? Водички-то захочется попить. Я тебе специально эту подставку из спецсухариков хранил. Ух ты, мой хороший. Черный котик и бормотик. Ну все, давай сваливаем. Пока никто нас не заметил. Ну все, сел, да, котик? Все, сел. Не бычь. Давай, водички попробуй. Смотри, он все вылизывает. Понравилось ему еда. Водички. Попей водички. Чего ты? Нормальное пойло. Ну давай, попробуй. Попробуй водички. Да ладно. Он стесняется. Он потом бухнет. О, смотри. Ну давай, попей. Так, ну покажи, как ты лакаешь. Не покажет. Или покажет. Классно.